Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на одного из героев, которых я прокачал на 12. Это будет заклинательница 12 из 12 с каменной кожей. Почему каменка? Я расскажу. Питомцем у нас будет стоять ангел, артефакт, медалька. Рунами будет ремка, чтобы сразу появлялся дух. Ну, снаряжение, доспех. Кто смотрел предыдущее видео по обзору, те знает, почему я ставил именно доспех. Со звездами у нас стоит 5 уклонений и 1 крит удар. Так, ну давайте сначала посмотрим на статы героя. Вот на такой вот прокачке она имеет 17 тысяч с копейками атаки. Жизни, как видите, у нее свыше 340, где-то 340-350 тысяч, то есть неплохо. Плюс у нас стоит каменная кожа 8-8, это дает 60% понижения атаки, плюс ангел, который дает 80%. Рунами ремочка стоит для быстрой активации. Теперь давайте посмотрим по скиллу, что у нас добавилось. Вот она, заклинательница. На 10 уровне у нас получается наносит урон равный 450% от атаки, 4 цели, повышает атаку духа на 160%, также скорость атаки на 100% на 9 секунд, кулдаун 9 секунд, герой дух присоединяется к битве, навык духа наносит урон равный 200% от атаки духа противника, максимум 100 целей, восстанавливает здоровье в размере 35% от нанесенного урона. Также дух дает иллюзорность на 1 секунду, здоровье равное 800% от атаки духа, кулдаун 2 секунды. Дух, невосприимчив к оглушению, страха, получает на 80% меньше урона. На 11 скилле у нас получается добавляется одна цель, что уже очень неплохо, плюс 10%, но самая основная скорость атаки духа возрастает на 100%. Дальше у нас, в принципе, то же самое все остается. Ну и на 12 скилле у нас получается прирост плюс 40% основного героя, 5 целей. Атака духа повышается плюс 20%, скорость атаки 200%. Все остальное остается на месте. Ну и также увеличивается атака духа. Тут 70, тут уже 180%. Ну давайте потестируем сначала в рейде, как он будет бить. Многие говорят, что это альтернатива Анубиса, но это далеко не так. Как видите, она бьет здание, вот восполняет жизнь дух. Ну, как обычно, мы попали на базу со стрелком, немного мы тут протестить не сможем. Ну, заметно атака намного выросла, но если убивает духа, все. Заклинательница тоже, в принципе, сливается. Сейчас попытаемся найти базу без стрелка. Опять база со стрелком. Но скорость атаки заметно приросла. Правда, убивают. Сам по себе герой без духа бесполезен, точно так же, как и дух без героя, тоже не особо выстоит в бою. Так, смотрим, вот Анубис у нас подошел. Вот, смотрите, атака. Очень заметно, что атака повышена. Он как под берсом бьет. Урона как бы, ну, не очень много, потому что у нас Анубис еще режет атаку. Ну, все же очень удобно чистить юнитов будет на битве гильдии. Мне кажется, даже получше, чем Анубис, потому что дух летающий герой, и его посложнее убить. Ну, пока мы воюем против Анубиса, но мы ничего сделать не можем. Можно пустить смерть 12 уровня. Посмотрим, сколько она будет дамажить. Если, конечно, она выживет.
Не, она умерла. Ну, таким вот темпом можно зависнуть. Есть шанс сломать все здания, но, конечно же, все здания мы сломать не сможем. Ну, давайте посмотрим. Полторы минуты мы уже зависли на Анубисе, висим. Урона нам не хватает. Но благодаря тому, что на заклинательнице стоит именно каменка, она дольше будет выживать, соответственно, и дольше дух проживет. Ставить какие-то там таланты на атаку смысла нету. Как вариант, можно еще поставить ей ожог, но опять же, это не ронин. Я все-таки склоняюсь к тому, что лучше все-таки поставить каменку. Она будет намного эффективнее, чем ожог, потому что ожог можно заблокировать, а раз сама каменку вы никак не заблокируете. Ну, 46%, 54 секунды. Как вариант на зачистку, если у вас там цель убить все здания на битве гильдии, то есть вы проходите там, зависаете на ком-то, можно использовать такого героя. Плюс почистит юнитов на базах. Но, как видите, атаки особо много не дает. Не убивает. Так, давайте потестируем в подземках. В жестоком 8-10. Заодно и потестируем, посмотрим разницу между ними и Анубисом. Ну, как видите, героев сливает практически с двух залпов, благодаря тому, что атака очень большая, и заклинательница его отхиливает. Ну, плюс еще у нас дополнительно стоит ангел, который дает и отхил, и защиту. Но под скиллом, конечно, бешено. В два раза прирост скорости атаки, соответственно, в два раза быстрее вы сможете зарядить. В районе 100 тысяч бьет. 80, 90, 246. Но атака, конечно, скорость атаки очень крутая. Сейчас посмотрим, сможет ли он слить. Ну, тут, наверное, скорее всего, 4 месса, и главный дракон сейчас могут его слить, если он вовремя не включится. Да, скорее всего, так и будет. Все, его слили. Соответственно, сейчас и сольется. Хотя наш герой может выстоять, но, как видите, урона у него не особо много. То есть, основное... Основной урон здесь наносит все-таки дух. Ну, один, конечно, но это очень долго будет, то есть это не дамагер. Бьет 5 целей, бьет как героев, бьет также точно и здание, поэтому с ним заклинательница на битве гильдии немножко опасно ходить, но на зачистку юнитов то, что надо. Альтернатива Анубису, да. А теперь в этой же подземке мы протестируем Анубиса с богом войны, без рун. Давайте все-таки ему рунами поставим утекание, чтобы дольше пожил. И сразу увидим разницу. Он тоже на 12-12, но в чем прелесть Анубиса, он снимает 10% от здоровья. То есть он сейчас фактически в пару раз быстрее просто снесет всех героев. Так, вот наш Анубис. У него 100 целей. Юнитов нету, половины героев нету. И сразу видите разницу. Он убил одно здание уже... Четверть жизни у Месс снял. Урон, конечно, существенно выше.
около 2 миллионов. Причем он стоит у нас в кубке, он стоит не в крите. Тут у нас цеплин больше, конечно, здание сносит. Но он даже не добежит до середины, он уже их всех сольет. Вот еще остался фактически один залп. Вот так вот остался один дракон и последний удар. Все, мы зачистили всю базу, в принципе, даже не дошел до середины. Вот в этом разница. То есть сравнивать этих героев, что заклинательница там круче Анубиса, даже не стоит, потому что это не замена равносильная Анубису, но как альтернативный вариант для очистки юнитов на подземках, да, там на седьмой кошмарке будет очень помогать. Точно так же, как и Анубис, можно проходить будет на 3 звезды, если их вдвоем использовать. Это я вам покажу в дальнейших видео. Так. Где наша героиня? В принципе, по талантам что можно ставить? Можно попробовать поставить ожог, можно попробовать поставить стойкость, но стойкость по всем показателям будет все равно хуже каменки. Каменка дает больше возможности герою выстоять в PvP, ну то есть в PvP режимах, везде, в любом режиме, где наносится урон, каменка себя показывает намного лучше. Есть вариант поставить ей ожог, под скиллом духа она будет пропадать там раз в 2 секунды, но опять же очень легко блокируется арасом, в итоге у вас герой останется просто, грубо говоря, без всякой защиты, его очень быстро снесут, жизни не так уж и много, да, герой дальник, бьет 5 целей, это круто, но основная задача данного героя это просто выжить чем подольше, чтобы дух мог снести там юнитов героев. То есть для этого героя самый оптимальный идеальный вариант это будет все-таки каменная кожа, это не PvP герой, это герой чисто для подземок, где его можно использовать, если у вас нету Анубиса. Почти равносильная замена, но далеко ему еще до Анубиса. В принципе, все, вот такой вот был у нас сегодня обзорчик. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, кого вам сделать следующий обзор. Всем пока!